Пензенский областной театр «Кукольный дом» в свою очередь представит наш регион на 4-м международном большом детском фестивале, который осенью пройдет в столице. Последняя премьера коллектива «Яблоки», «Маша» и «Баба-Яга» будет претендовать на победу в номинации «Лучший спектакль театра кукол для детей младшей возрастной категории». Среди 4 главных героев постановки именно «Баба-Яга» – воплощение добра. Это один из немногих спектаклей, где персонаж, который обычно считается отрицательным, предстает перед зрителями в противоположном образе. Организаторы конкурса рассмотрели более 140 заявок и наша вошла в число 12 финалистов. Конкурировать придется с сильнейшими театрами Москвы и Санкт-Петербурга, а также Минска. Слушай, давай гонки устроим! Гонки? Ну да, гонки! Если ты победишь, так и быть, сварю тебе варенье. А если нет, не обессудь. Твой мотоцикл мне достанется. Такой уникальный фестиваль. Почему? Потому что он объединяет все. Всю деятельность там, театра, кино, которое связано с продукцией для детей. Есть некая тенденция, что театры сейчас стали выпускать спектакли не для зрителей. И основным как бы критерием и отличительной особенностью этого фестиваля является то, что здесь экспертным советом выступает детское жюри. Пензенский кукольный дом уже имеет успешный опыт выступления на таком международном фестивале. В прошлом году коллектив победил в номинации «Лучший спектакль театра кукол». Тогда детское жюри было в восторге от постановки «Самый лучший папа».